Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня новый проект, который находится на предстарте. Это зарубежный проект, называется Centers for Freedom. Ну, как-то так. Значит, старт проекта будет еще только через 13 дней. Значит, пользователей уже 715, ну еще нет ни выплат, ничего. Значит, минимальный вход сюда 10 центов. От 10 центов. Перевожу на русский. Посмотрим, что он нам предлагает. Так, доступно для всех. Самый надежный и эффективный план компенсации. Ну, это такой переводчик. Вот. Каждый помогает. Так, матрица 4 на 1. Которая наполняется скоростью света. Больше денег для людей, которые могут направить 2 человека. Системные и повторные записи, чтобы продолжить. Так, план. Здесь видео на иностранном языке, но можно посмотреть, как бы, да. И смотрите, сколько здесь уровней. Как я сказала, минимальный вход 10 центов. И вот первый уровень, стоимость 10 центов. Так. Второй уровень 20 центов, третий 40. И это мы будем переходить как бы на каждый уровень. Так, я понимаю. Ну, посмотрим. Значит, смотрите. Очень-очень много уровней. Смотрите, 10, сколько? 15, 20. Ого-го. 30 уровней. О как! Значит, системные повторные записи предназначены только для того, чтобы продвинуть матрицу, которую они не будут циклично зарабатывать. Так, ну здесь вот это все можно будет изучить и прочесть. С уровня 6 будут повторные записи на уровень 1 для обеспечения устойчивости системы. Так. И вот здесь вот это тоже можно это все посмотреть, изучить. Значит, глобальный охват, присоединиться может каждый, кто в мире имеет реферальную ссылку. И со скоростью света, ну тут они все это расхваливают. И платежные реквизиты, биткоин, интериум, перфект мани и пэйр. Это очень хорошо. Значит, регистрация здесь очень простая. Имя. Фамилия, далее логин, почта, пароль, повтор пароля, вводим капчу буквенную и заходим по логину и паролю. Так, я же зайду в кабинет, посмотрим, как кабинет выглядит изнутри. Ну что, здесь у нас вот как бы запуск через 13 дней. Значит, общий заработок, всего рефералы, всего позиций. Наши партнерские ссылочки. Пока сбивается на русском языке, все смещается. Значит, реферальная ссылочка и еще одна реферальная. Вот две реферальные ссылочки. Так. Здесь у нас краткий... Что нужно сделать будет? Как? Переводим опять. Инструкция по использованию. Значит, нажмите на депозит, чтобы пополнить. Затем нажмите позиция покупки. Нажмите на ссылку Матрикс Позицион. Нажмите на ссылку вывод средств. Нажмите на промотио, ну, в общем, центр. Здесь вы найдете рекламу и баннеры. Здесь также можно рекламировать будет свои проекты. Значит, вот здесь, значит, приборная доска, депозит. Здесь мы будем пополнять. Пополнение будет открыто, откроется только 18 марта 2019 года. Так. История депозитов. Вот здесь позиция, позиции покупки, позиции матрицы будут отображаться. Здесь будет наша статистика. ПИФ, перевод электронных кошельков. Так, здесь у нас будет вкладочка «Вывод». Здесь мы будем рекламировать, так, промо-центр. Как бы баннеры. И также текстовая реферальная ссылочка. Далее, что баннеры и текстовая реклама можно будет рекламировать свои проекты.
профиль. Здесь ничего такого нет. Как бы вот Елена Смирнова, Россия. Ну и пароль смените. Так, отзывы, ну и выход. Вот такой вот проект, минимальный вход, всего 10 центов, можно и поработать. Я, конечно, сюда, ну, я не могла не пропустить за 10 центов. Я буду заходить не на 10 центов, ну, а побольше, конечно. Это все буду делать видеообзоры. Вот, это уже через 13 дней, это 18 числа. Значит, и что еще я хотела сказать? На главной страничке, ребят, сейчас перейду на главную страничку. Вот здесь вкладочка Facebook, нажмете, есть группа на Facebook. Я присоединилась как бы к группе, ну, чтобы хотя бы, пусть на иностранном, с помощью переводчика можно это все хоть как-то быть, ну, в центре событий, как бы, чтобы узнать новости. Вот такой вот проект, кому интересно, присоединяемся. Он мне, знаете, что напоминает? У меня есть такой проект, я участвую. Вот, DF, так, Freedom, ну, чё, в общем, такой вот проект. Здесь тоже такие же позиции, но тут только биткоины. Вот у меня 14 позиций здесь, вот уже 3.10. Но здесь минимальный вывод $10. Так, и там, я не знаю, будем изучать. Какой вывод будет позиционный? Так, вот мои позиции. Здесь у меня уже все закрылось. У меня есть партнеры, как бы. И вот у меня уже на втором уровне скоро вот начнется закрываться. А здесь у меня уже все закрылось. Как бы. Вот, я думаю, можно и посидеть в проекте, побыть, поучаствовать за 10 центов. Ну, лично для меня 10 центов это ни о чем. На этом буду, в принципе, заканчивать. Кому интересно, присоединяйтесь. Неинтересно, проходим мимо. Я никого не зазываю. Я просто делюсь информацией. Продолжение, естественно, будет следовать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.